Шарами и подарками встречают маленькую Виолу Балан родственники и волонтеры. В ожидании собрались и совсем незнакомые малышки-люди. Всех сплотило одно – редкая болезнь 4-летней девочки. Все казахстанцы сплотились, чтобы собрать необходимую сумму на дорогостоящее лечение. Деньги на счет поступали со всех уголков республики. Конечно, это непередаваемое счастье, что все получилось, что все так хорошо, что девочка будет жить, радоваться жизни благодаря вот всем людям, которые помогли. Очень рада, счастлива. Очень много месяцев Виолы не было дома. Вот сегодня мы все в радостном настроении, с утра встречаем. Особенно волнуется перед встречей с любимой внучкой дедушка Виолы Владимир Балан. Мужчина едва сдерживает слезы радости и без конца благодарит всех, кто помог малышке обрести шанс на выздоровление. Эмоции не передать, внутри такое вот состояние. То ли плакать, то ли радоваться. Ну, в общем, объяснить не могу. Сейчас вот полгода больше внучку на руках не держал. Спасибо всем за участие, что не оставили нашу крошечку одну со своей болезнью, со своими бедами. Вылечили, помогли. Это победа всего Казахстана. И вот долгожданная встреча. 8 месяцев томительных ожиданий остались позади. Счастливый дед вновь держит на руках свою внучку. Сонная Виола будто и не верит глазам. Малышка так долго не видела своих родных. Девочка стойко перенесла 8 часов перелета и 3 пересадки. Все это время Виола была под наблюдением врача и получала кислородную поддержку. Доктор отмечает, после перенесенной сложнейшей операции 4-летней девочке нужен особенный уход. Виоле необходимо спецпитание. У малышки слабая мышечная масса. Успешная операция, компенсированная сердечная недостаточность, что позволило благоприятно перенести ей весь полет. Был сделан только первый этап, только оперативного лечения, учитывая то, что ребенок еще молодой, будет развиваться, поэтому неоднократное оперативное вмешательство еще понадобится. Виола Балан из Шымкента страдает редким врожденным пороком сердца – комплекс Шона. В конце ноября девочка вместе с мамой отправились в Германию на операцию. Немецкие специалисты в течение 18 часов боролись за жизнь малышки. После операции состояние девочки было крайне тяжелым. Только через месяц Виола очнулась. Сегодня скорую реабилитацию маленькой Виолы Балан после хирургического вмешательства медики и родные называют не иначе, как чудом. Действительно, да, это было действительно чудо. И так нужно было, и мне было тяжело, и мне было даже элементарно некогда позвонить домой. Я просто приходила в реанимацию и сидела там, и уходила ночью. Сказали, что клиника гордится тем, что они провели эту операцию и каких результатов они достигли. Сейчас Яна и Виола Балан отправились домой. Из-за длительного лечения они не были там более 8 месяцев. Впереди долгие дни реабилитации. Уже через полгода малышке вновь нужно будет приехать в Германию на обследование. По его результатам станет ясно, когда понадобится следующая операция.